Добро пожаловать на наш канал Hard Trust Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить таймер на устройстве Whirlpool Commercial Laundry. Для этого выберем данную функцию, и у нас будет написано отложенный запуск. Можем тут выбрать 30, час, и максимально у нас будет 24 часа. Если мы нажмем на 00, у нас будет задержка отменена. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!